Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас понедельник, 21 число. Подъехал я на загрузку. Находился в городе Штайн, возле Нюрнберга. Вот коллега загрузился. Мерседес узнаете? Знакомо, да? Смотрите, многоэтажки тут какие. Вон еще коллега сзади стоит. Три бочки будем грузить. Но вот такие большие. По 100 кубов. Там раньше дизель был. Короче, тут полная катастрофа, да, встать негде, везде машины стоят, этому надо отъезжать, потому что этому надо туда проехать, вот этот на Мерседесе, сейчас этот хочет завернуть туда, у него там тоже, да, он поворачивать не может, как я встал здесь, с левой стороны, сейчас он уедет, я выеду сюда и задним ходом тоже туда встану, да, но... Да, ну вот у нас уже обед, 2 часа, стоим на разгрузочке, разгрузка знакомая, здесь у нас все по красоте, ботинки спереди, ботинки сзади, 3 стропы было, одна каждая по 10 тонн, ну, все это быстро происходит. Вот смотрите, эти бочки были примерно зарыты, скажем, 30 лет. И им ничего не случилось, да? Они их обработают, проверят и обратно заново. Ну, вот так эти башмаки выглядят. Воткнуто тоже в такую же дырочку, да? Ну, вот так вот это все выглядит. Теперь закрываем кранчик здесь. Видите, это залезло. Второй кран здесь закрываем. Здесь. Раз. Залезло. Все, убираем тормоза. Вот и все. Можем ехать на базу.